Какая сейчас ситуация с переселенцами в нашей области? Принимаем ли мы еще? Какое общее количество? И как дальше будут, может быть, размещать, кормить и с работой? И второй вопрос по поводу театрального колледжа. Знаете ли вы о ситуации, да, что там сейчас дети голодают из-за преподавателя, которого уволили, и должна работать комиссия? Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Спасибо большое. Я ситуацию с театральным колледжем, к сожалению, не знаю. Сейчас после брифинга мы разберемся с этим вопросом. Что касается переселенцев, за этот месяц мы поработали со всеми мэрами городов, которые принимают переселенцев. У нас, вы знаете, немцы построили 5 городков. В них не заселялись люди в связи с тем, что цена была достаточно большая. Мы с помощью городских властей и Днепропетровска, и других городов крупных, Кривого Рога, Днепродзержинска, Никополя, там, где эти городки присутствуют, Павлограда, мы сумели понизить цену в этих городках, причем вместе с электроэнергией месяц пребывания человека в этом городке стоит 150 гривен. И динамика у нас резко улучшилась. Если, когда я заступил на должность главы администрации, там практически 200 человек же где-то жило, 200 с чем-то, 230, наверное. Сегодня уже 680, почти 677, я так не помню точную цифру. И динамика к следующему месяцу, заявки есть уже под 900 человек. Дело в том, что люди оплатили квартиры себе съемные, и они доживут месяц, но интерес к этому есть. И поэтому мы занимаемся переселенцами каждый день. Я вчера проводил совещание по переселенцам, по помощи переселенцам. Сегодня социальные службы докладывали о том, что выделена целевая помощь, и каждый день мы занимаемся переселенцами, каждый день мы занимаемся теми, кто вернулся из зоны АТО, каждый день мы занимаемся, там, дети едут в Хорватию, мы сегодня подготовили программу, чтобы оплатить их пребывание в Хорватии. На сегодняшний день, я думаю, что это не переселенцы, мы сегодня обсуждали вопросы земли, воины АТО возвращаются, им обещали дать землю, а, к сожалению, землю мы можем дать, у нас там 1250 заявок уже на эту землю, но, к большому сожалению, у них нет денег, чтобы это оформить, там нужно сделать проект. На сегодняшний день мы нашли в областном бюджете деньги, мы подготовим за 3 дня эту программу, и если у нас получится, мы на следующую сессию, а может быть даже на эту сессию мы еще успеем внести этот вопрос, и область оплатит воинам, которые были в зоне антитеррористической операции, возьмет на себя эту нагрузку, и, соответственно, люди быстрее начнут получать землю.